Казанский федеральный университет на постоянной основе организует мероприятия не только по развитию студенческой активности, но и для поддержания хорошего настроения пациентов университетской клиники. В преддверии Всероссийского дня беременных холл униклиники Казанского университета был украшен шариками, наклейками в виде следов от маленьких ножек, ангелочками и вещами для новорожденных. Мероприятие началось с поздравления Елены Куртасановой, заместителя главврача по акушерству и гинекологии университетской клиники. Она поздравила будущих мам с праздником и поделилась опытом своей беременности. Также теплые слова сказали и другие специалисты университетской клиники. Каждый от души поздравил будущих родителей и сообщил, что женщины могут рассчитывать на ежедневную физическую помощь и психологическую поддержку. Основная задача нам – оказание плановой экстренной помощи. В основном это нашим беременным. И сегодня наш праздник посвящен к этим событиям. Как только женщина беременна, к нам приходят, мы их берем на учет по беременности на любом сроке, обследуем согласно приказу 11.30 в полном объеме, и после этого мы приглашаем и рассказываем, какие у них анализы, результаты. Атмосфера тепла и уюта держалась на протяжении всей встречи. Будущие мамы с улыбкой слушали специалистов, а те, в свою очередь, пытались донести самую важную информацию и морально поддержать беременных. На мероприятии также показали видео, на котором была запечатлена ценность материнства. Оно тронуло сердца всех зрителей. Не менее душевной стала музыкальная пауза. Будущим мамочкам вспомнили песню на татарском языке, в тексте которой описывалась важность семейного единения и трепет ожидания приближающегося чуда. В завершении мероприятия женщины задали интересующие их вопросы врачам, после чего всем беременным были вручены цветы и подарки. Я основательно готовлюсь к встрече со своим малышом. Это самое большое чудо, которое может быть в жизни. Готовлюсь к естественным родам. Хожу в эту женскую консультацию в школу материнства. Здесь очень много информации дают, как теоретической, так и практической. На сегодняшний день очень много внимания государство уделяет именно поддержке семьи и материнства. Это очень здорово. Это прям максимально здорово, потому что проводят всевозможные беременные встречи, какие-то форумы, огромное количество лекторий. В любой женской консультации, либо в детских поликлиниках проводят курсы по подготовке к родам и к материнству. Это очень здорово. Поддержка мощная идет от государства. Это очень приятно. Ожидание ребенка – один из самых волнующих и важных периодов в жизни каждой женщины. Выбор имени, ремонт в комнате, покупка милых маленьких вещей и игрушек – это только одна сторона медали. Но мало кто задумывался о том, каким перестройкам подвергается организм будущей матери. Поэтому подобные мероприятия очень важны как для женщин в положении, так и для тех, кто только планирует беременность. Рафаэль Хелемендик, Кристина Атёкина, Александр Антонов, Универ Новости.